В четвертой школе Покачи особый интерес к современным технологиям. На базе учреждения уже несколько лет работает образовательный центр «Точка роста». Это уникальное пространство, где ученики углубленно занимаются физикой, химией, биологией, осваивают азы программирования. А для того, чтобы пройти дополнительные программы, в учреждение приезжает мобильный кванториум. В этот раз покачевские умники от 10 до 15 лет пройдут сразу два курса по робототехнике и программированию. Они рассчитаны на две учебные недели. А для учащихся 12-16 лет подготовили курсы по 3D-моделированию и 3D-печати. Стоит отметить, мобильный кванториум – это региональный проект, который помогает школьникам небольших населенных пунктов по всему региону знакомиться с новыми технологиями.